Данный проект является одним из приоритетных направлений взаимодействия Российской Федерации с Советом Европы по вопросам правозащитной деятельности. На сегодняшний день только в Краснодарском крае более 70% бюджета региона тратится на социальные проекты. Сегодня особенно необходимо чутко и оперативно реагировать на запросы людей, помогать им в решении проблем, связанных с ущемлением прав, с несправедливостью и равнодушием со стороны чиновников. Зачастую жители сельских территорий не могут постоять за себя и даже не знают, куда обратиться. Важнейшую роль в таких случаях играет Институт уполномоченных по правам человека. В нашей стране права человека закреплены во второй главе Конституции, а также в ратифицированных Российской Федерацией международных соглашениях. За соблюдением каждого из пунктов в аппарате уполномоченного по правам человека следит профильное подразделение. Особую роль, наравне, например, с правом на медицинскую помощь и образование, уделяют интересам людей с ограниченными возможностями здоровья. Сделан огромный шаг в социализации инвалидов, в предоставлении им гарантий. В том, чтобы они имели право на доступность не только в плане понимания обществом их проблем, но и на элементарную доступность зданий, сооружений, органов государственной власти, транспорта. Одним из показательных примеров может служить опыт Сочи, где в преддверии Олимпийских и Паралимпийских игр были созданы все условия для безбарьерной среды. Российский курорт стал первым городом, где применялись международные стандарты организации пространства для свободного передвижения инвалидов. Сейчас этот опыт перенимают регионы. Во время масштабных мероприятий происходит много вроде бы очень важных для государства событий, но тем не менее некоторые эти события иногда затрагивают интересы наших граждан, и граждане имеют право обращаться в орган, который им всегда помогал. В ходе обсуждений, помимо социальных, эксперты также оценят механизмы защиты культурных прав в системе ООН, а также реализацию международных обязательств Российской Федерации согласно положениям Конвенции о правах человека. Инга Габешия, телекомпания ФКТ.